Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях один из самых неординарных исполнителей в современной музыке, Псой Галактионович Короленко, известный также как Павел Леон в миру, как это говорят. Когда-то было такое явление, как подполье, но потом, когда обстановка поменялась, те, кто были в этом подполье, из него вышли, и большинство из них лопнуло или сгорело, подобно вампирам. И осталось только 2-3 настоящих явления. Одним из них, несомненно, является Псой Галактионович Короленко, и он сегодня у нас в гостях. Здравствуй, Паша. Здравствуй, Кирилл. Спасибо на добром слове, которое и кошке, как говорится, приятно. Сколько-то лет назад какой-то популярный журнал, кажется, писал, что вот Псой Короленко долгое время выступал перед небольшими аудиториями, был достоянием относительно узкого круга, ну, я смысл передаю, да, а потом вдруг стены маленьких клубов раздвинулись, и все стало совершенно иначе. Это был такой момент. Но какие-то люди, возможно, недалекие, они могут сказать, продолжая эту тему, что как бы ничего не раздвинулось, Псой Короленко, в общем-то, нет, ну, по сравнению со многими другими, да, в медийном пространстве. У Псоя Короленко очень, ну, специфическая конфигурация выступлений. Он выступает в университетах, например, может выступить в детском саду, ездит в Америку, но выступает перед университетскими аудиториями часто. Что происходит, почему не реализовался вот тот вот условный, популярный, да, может быть, в кавычках, путь, который в какой-то момент виделся и продолжает видеться? Так складывается ли ты так хочешь, эта стратегия, и вообще как ты себя соотносишь с популярной музыкой? Понятие поп-культуры, там, популярной культуры, это не измеряется, скажем, величиной залов это, или трафиком интернета. Это может измеряться что-то этим, что-то тем. Скажем, у меня есть там 2-3 песни, у которых очень большой трафик в YouTube. Вот эти песни, они делают меня популярным. То есть меня, скажем, после этих песен, когда они появились в YouTube, стали узнавать там на улице в разных городах России. Это говорит о каком-то виде, какой-то разновидности популярности. А бывают разные виды популярности. Они определяются жанром, они определяются там сознательной или объективно, как бы само собой сформировавшейся маркетинговой стратегией данного исполнителя. Они определяются целевой группой или целевыми группами, возрастом, что они слушают, интернет или предпочитают пойти поболеть там, на стадион большой, послушать свою любимую группу. То есть у меня нет, конечно, такого формата, который выдержал бы стадион. А с другой стороны, если это фестиваль, на фестивалях и в очень, очень больших выступала аудиториях в рамках фестиваля. Это вопрос такой, социологам его лучше оставить. Это разные виды популярности. Нет одной популярности. Есть разные виды популярности. Через интернет одна, через клубы другая, через стадионы третья. Невозможно сравнивать даже, кто популярнее, я или Мадонна. Uh-huh. Потому что она популярна одним видом популярности, я популярен другим видом популярности. Это не измеряется количеством даже. Это более тонкая вещь, это изучают социологи. Что ты скажешь вот про это YouTube-беснование, ввиду которого некоторые очень умные критики пишут, что вообще вся ситуация в музыке кардинально поменялась в том смысле, что теперь, скажем, человек, который под ржавую сковородку записал что-то, спетое мимо нот, и выложил это в YouTube, имеет больше шансов, ну, на будущее, чем, например, группа Мумитроль, потому что он работает в более современном формате, что теперь вся музыка переселилась в интернет, и вообще старые структуры рухнули, а теперь все будет вот так, и будет Николай Воронов. Мне очень нравится Николай Воронов. Я понимаю, да. Uh-huh. Нет, ну и так Джимми, и все такое. Вот что ты про это скажешь? Действительно ли все необратимо меняется в какую-то сторону, которую мы даже представить себе не можем? Да, скажу две вещи. Одна вещь, что при слове Николай Воронов я сразу волнуюсь, поэтому я хочу сначала о нем сказать. Мне кажется, что Николай Воронов соединил три вещи, которые в стереотипном сознании людей немножко лежат на разных полках. Это классика, попса, и поп-культура, масс-культура и андеграунд. Обычно, сказать, такое, скажем, нерефлектирующее потребительское сознание не знает, не думает, не помнит о том, что такой настоящий большой культурный продукт должен пройти все эти фазы. И, как правило, их проходит. Так произошло с Пушкиным, так произошло с Моной Лизой и так далее. Они все побыли и попсой, и андеграундом, и классикой, и как гусеница, бабочка и куколка. И не могут не побыть. И в конечном счете они остаются всем этим. И одновременно вне любой из этих категорий. Это настоящий продукт, такой вещь в себе, подлинная в искусстве, она должна побыть и тем, и другим, и третьим. Uh-huh. А Коля Воронов — это как бы некая икона этой своеобразной триады. Это
гениальный вундеркиндистый такой вот гик, который, значит, чудаковатый малый, который имеет прекрасное классическое образование, которое позволяет ему играть попсу, сочинять попсу и играть ее в андеграундных клубах. То есть здесь три ипостаси вместе. Классика, попса и андеграунд. И он показывает этим, что классика есть попса, что попса может быть андеграундом в статусе трэша или еще каком-то, в статусе неожиданности. И что все это может быть наследием, все это может быть культурой, если в правильный человек, в правильный момент, в правильное время это делает. Это определяется чем? Это определяется качеством. Качеством продукта и мастерством. У него есть мастерство, у него есть качество. Поэтому он сумел соединить классику, попсу и андеграунд. Да здравствует Воронов. Белость и коза любви. Что ты думаешь, куда все это идет? Куда все это идет? Был пергамент, был папирус, была потом книжка, потом появились компьютеры. До этого писали на скрижалях. Все, культура все обрабатывает, язык все обрабатывает, все выдерживает, все мутации, все процессы. YouTube прекрасно. Все равно хороший, качественный продукт, настоящий мастер. Он найдет своего слушателя, другое отсеется. Если на YouTube будет Коля Воронов и кто-то еще, победит Воронов, потому что он лучше, чем другой. Я объективно, я не верю в непризнанных гениев и в раскрученных бездарей. Это, так сказать, мемы. На самом деле, такого нет. Хороший, качественный продукт любыми путями найдет своего слушателя. Будь то YouTube или какие-то новые придумают способы на расстоянии мысли передавать. А как возник псевдоним Псой Короленко? Псой Короленко из письма Владимира Галактионовича Короленко брату Илариону. «Родись я в день святого Псоя, быть бы мне Псоем Короленко». Вот так вот возник псевдоним. Это вопрос, так сказать, который мне часто задают. Я всегда отвечаю на него. Говорит, почему Псой, почему Короленко? Я говорю, Короленко, потому что я писателя этого люблю. Это была моя тема диссертации. Псой, потому что такая шутка у него была. Вот почему. Это он святцы имел в виду? Он имел в виду святцы. В семье всех называли по святцам. И это вопрос хороший, конечно. Вот я всегда думал об этом. Вопрос, почему Псой, почему Короленко? На него я не ответил тем самым. Это еще не ответ. Потому что откуда Псой Короленко? Да, из письма Короленко брату. Да, шутка. Да, литературный парадокс. Да, странное имя. Христианское, раннехристианское, коптский святой, Псой египетский, да. Это все правильно. Это ответ на вопрос, откуда Псой Короленко? Но почему? На этот вопрос, это такая долгая история, что могу стать темой отдельной передачи. Не каждый раз случится возможность полчаса тепло и откровенно поболтать, как мы с тобой сейчас. Родные вспомнить лица, родные голоса, их радостно и больно вспоминать. Вновь рядом, как когда-то, родных усталый взгляд. Они теперь сном праведников спят. Они, конечно, святы, а ты, конечно, брат. Пред ними никогда не виноват. Комарики, зубрики, комарики, зубрики, комарики, зубрики мои. Комарики, зубрики, комарики, зубрики, комарики, зубрики мои. Устройся поудобней, затяжку соверши, и на пол пепел стряхивай смелей. Расслабься, будь как дома, как курят малыши, покурим, может, станет веселей. Приснится, может, снова один из старых снов, один из 100 осенних ясных дней, один из бестолковых мальчишеских стихов, давно тобой написанных о ней. Комарики, зубрики, комарики, зубрики, комарики, зубрики мои. Комарики, зубрики, комарики, зубрики, комарики, зубрики мои. Вот я сейчас слышу эту песню, опять же, мы говорим об игре контекстов, да? Один из 100 осенних ясных дней. Что это такое? 100 лет одиночества, осень патриарха. То есть один из культовых авторов поколения
когда мы ходили в школу, на дискотеке, а может, на каком-то, ну да, на первом курсе, ну, я не знаю, приносили книжку Габриэль Гарсия Маркеса, человек читал, начинал для себя открывать какие-то совершенно неожиданные вызовы, какие-то совершенно неожиданные вещи. Или вот, например, Кастанеда. Я тогда его еще не читал, но потом мне рассказали, что комар – это страж другого мира, он превращается в зубра, если ты, так сказать, неправильно туда зашел, не с той стороны. И это все песни-то, они про это, потому что мы жили в культуре Стругацких, даже те, кто их не читал, мы жили в этом мире, так сказать, вот это, кто-то сейчас, может быть, снобистски относится, субкультура младших научных сотрудников, КВН, барды, вокруг смеха передача, так сказать, сатир, в ипостаси сатирика, пародист Иванов, это все культура, которая привела нас сюда. В одном интервью Дмитрий Александрович Пригов, да, говорил, что можно жить, собственно, в разном времени, можно жить в разных временах. Кто-то живет во времени Пушкина, кто-то во времени Блока, и вообще с точки зрения времени русская культура напоминает слоеный пирог. Разные времена друг друга не отменяют. А я, говорил он, живу еще, ну, для большинства людей, с точки зрения большинства людей, в еще несуществующем времени. Я вот живу в таком времени, которого еще нет. С этим также связано то, что он себя вел так, как будто действительно вот его творчество и его слово, оно после всего, вот что бы ни сказали, он все равно после этого добавит какой-то комментарий, который придаст всему какой-то смысл совсем другой, нежели тот, кто комментируется, предполагал, да? Вот твои песни производят такое же впечатление, что они какой-то совершенно... такой комментарий безумный с точки зрения того, что комментируется. И в частности, может быть, ты также работаешь и с диссидентской культурой, и с чем угодно другим. Так ли это с твоей точки зрения? Да, да. Является ли твое творчество таким безумным комментарием? На самом деле не безумным, конечно, а просто переводящим разговор на другой уровень. Я помню, что я даже вот у меня был целый концерт из песен Галича. Он назывался «Чтобы не вышло, как с Галичем». Это была в то же время акция. Выключен свет, свечи, магнитофоны на батарейках. Нельзя было использовать электричество, чтобы оно никого не убило, как Галича. Здесь обыгрывался факт его смерти от удара током. Значит, что, конечно, очень смелый ход, так если подумать, да? Конечно, потому что это как бы, с одной стороны... Обыгрывается обстоятельство смерти. Да, то это... Здесь есть некоторый момент карнавализации смерти. То есть это вот как бы, с одной стороны, как будто на грани такого как бы опасного карнавала. С другой стороны, это такая вот шутка, она создала рамку тишины. Вот убрали электричество, были свечи. Это дало возможность послушать песни Галича, я их играл под рояль. И мы услышали там лирические оттенки, которые в этой среде, может быть, уже кому-то приелись, кто-то уже слышал. Галич не ощущался как культовый автор. Думал, что это будет пародия на Галича. Может быть, от меня ждали в большей степени пародии. Я спел с любовью, так сказать, субъективно говорю. Мне очень нравилось, я любил эти песни, я добавлял в них другие смыслы. Там одну песню я спел с интонациями Егора Летова, «Спрашивайте, мальчики». Другая была посвящена Лотману из серии «Литературные мазки». «Я кораблик строила» была песня про Алину Витухновскую. То есть это приспосабливалось современных... каких-то сюжетов нынешних там литературных школ, объединений, субкультур, молодежных, других. И все это наслаивалось на Галича. Зачем мне это было нужно? Потому что тот хаос, который есть в голове, он начинает осмысляться как порядок. То есть это не безумный комментарий. Я надеюсь, что он не безумный. Я надеюсь, что он наоборот, он просто, как ты правильно сказал, следующего уровня. То есть то, что отсюда кажется безумным, дальше, если влезть в этот уровень, мы увидим еще какие-то новые кусочки смысла. Но это трудное испытание, потому что шаг влево, шаг вправо и словоблудие. Вот даже я сейчас говорю эту тираду, и уже я вижу, как я начинаю просто по инерции слово за слово говорить, что попало. И мы видим, это уже почти транс, понимаешь? А это словоблудие, большой грех, который опасен. И мы ходим рядом с ним все время, все поэты. Недаром сказали «ворованный воздух». То есть мы спёрты, мы как будто спёрли этот воздух. Это опасно. Нужно, может быть, вернуть природе ее дары.
А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть. И лавровый лист, и георгиевский крест, и коралловая роча, и нефритовый пест. И скрипка Стардивари, и клавиши Баха, и трубка Магрита, и шапка Мономаха, и счетчики Гейгера, и черточки Альцгеймер, и локоны Эйнштейна, и тапки Витгенштейна, и маятник Фуко, и сам Фуко, и другой Фуко, и Умберт Эко, и ботинки Эко, и продукты Эко, и курочка Эль Поло Локо, и стерилизованное молоко, и натуральное молоко, и натуральные кудри, и места, чтобы пудрить, и места, которые можно промывать, и места, которые можно клевать, и басё, и то да сё, и всё-всё-всё, и это ещё не всё. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть. И овечьи мозги, и человечьи мозги, и телячьи мозги, и собачьи мозги, и куриные мозги, и петушиные мозги, и масляная головушка, и шелковые носки, и шерстяные носки, и ХБ носки, и новые решения от скуки, и доски, и стихи, и проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и басё, и то да сё, и все-все-все, и это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть. И розовые бантики, и некроромантики, и книга Апресяна по лексической семантике. Такой покемон, сякой покемон, и лотреамон, и громкий крик камон, и сладкий цитрамон, и горький анальгин, и серо-буро-малин. Первый в мире витамин, и пентальгин, Н, в пять раз сильнее боли, и русское поле, и вольная воля, и дядюшка Коля, и дядюшка Ваня, и три сестры, и клоп, и баня, и четыре комнаты, и пять вечеров, и 38 попугаев, и 16 докторов, и явка с половиной, и 8,5, и медвежонок Винни, и Майк Казан Винни, и жирные свиньи, и райские птицы, и новые лица, и платье из ситца, что может носиться, и в руки проситься, и басё, и то да сё, и всё-всё-всё, и это ещё не всё. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть, и в руках синица, и в облаках журавль, и в небе колесница, и в море корабль, и лодка подводная, и водка народная, и пиво пенное, и чудо обыкновенное, и личико бледное, яичко медное, и петушок золотой, и рэпер крутой, и басё, и то да сё, и всё-всё-всё, и это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть. Статуя Свободы, собор Святого Вита, и две большие башни, ни одна еще не сбита. И мост через Неву, и человек на рандеву, и черная уздечка для белой кобылицы, и черная речка для северной столицы, и маленькая птица, большая птичка, и вкусная пицца, скоромная пицца, и постная пицца, мороженое мясо, творожная масса, творожная паста, волшебная сказка, животная сказка, бытовая сказка, и смешанного типа, и средства от гриппа, и средства от порчи, и средства с глаза, и слезы из глаза, и сопли из носу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и басё, и то да сё, и всё-всё-всё, это ещё не всё. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть. И Акафист Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, и гимны Леониду или чуть не Продзержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная защита для всех ребят, и мятный пепперминт, и сочный джусифрут, и буржуазный капитал, и пролетарский труд, и песенки Чуковского на музыку Чайковского, и книжки Маяковского с картинками Маковского, и синий фонтан, и желтый фантом, и белый кафтан, и мальчик Антон, и басё, и колбасё! Короче, у нас есть все. Спасибо большое, Паша. Я думаю, что ты в ближайшее время изобретешь еще парочку новых форматов, и в каждом из них появится что-то, чего мы еще никогда не видели. Спасибо. Я постараюсь. Мне было очень интересно сегодня. Спасибо.